Покоряй галактику в Star Conflict, в постоянно растущем космическом экшене. Исследуй уголки вселенной, выполняй поручения мегакорпораций, проходи сюжет и участвуй в новой миссии, где придется сразиться с исполинским монстром. Качай Star Conflict по ссылке в описании и получай бонусы. Это Молотов. Блять. Это Молотов, Олег. Сука, ну почему меня заблочил? Блять, уёбище. Блять. Вот реально уёбище. А правда же? Тут какой-то призрак умер. Как бы парадоксально это ни звучало. Вся фауна этого мира преследует меня, я чувствую себя ебучей Золушкой. Они тебя все равно, я их бью, они за тобой бегут. Да я не знаю, что им конкретно от меня надо. Вы расисты, сука! Давай быстрее на камень забирайся, смотрите. Я понял. Он проник в меня. Йомаха. Йомасо. А ты можешь натравить крокодилду на этих тварей, что впереди? Нет, это паук сам не давит. Они не... Ага. Мы тогда тебя будем поддерживать. Вперед, Кирилл, наш бесстрашный гамма-адрил. Чё? Посмотри на мои булки, когда... Крокодилёнок. Это игра от пидарашина. Давай от пидарашин Кирилла. Кирилл, попа ягоды давил. Постой, ментяра. Давай, я не могу вообще. Ладно, давай отпидорасим его крокодилду. Вот, девчата, что значит использовать и выбросить. Вот как это выглядит. Ох, ёбики-бобики, что с тобой сделали? Она выглядит как я, когда впервые открыл для себя порно. Пошла пизда по кочкам. Ай, блядь, стоп. Щ. Еще не время. Нужно выждать тайминг. Бля, этот уровень еще ебанутее. Да, вполне рабочая поза. Знаете, игра поначалу кажется сложной, но... Да твою, блядь, позвоночник! Ай, капец, эта игра сложная, блин! Даже Джеки Чан такие трюки со страховкой исполнял по-любому. Фу, так, поаккуратнее давай мне, пожалуйста. Я тебя умоляю, мы так далеко продвинулись в этот раз. Что это за тропинка впереди такая? Так, аккуратненько. О, сука, сейчас накачаюсь воздухом богатырским и пойду мужланов херачить. Бабская месть, блять! Где вы, кобели? Это ты любишь свою письку всюду сывать, да? Ешь моё фаталити мясо! Пришло моё время вас трахать, понятно? Так что советую размять анус, потому что я с ноги войду. Вам рассказать, уроды, через что мне пришлось пройти, а? Инкубаторы для говна. Куда убегаешь? Я тебя больше не привлекаю, что ли? Ох, блядь, я сдуваюсь. Мужик, надуй меня, мужик. Пожалуйста, вдуй мне, мужик, бля. Тебя баба просит вдуть, тебе что, сложно, падла? Откуда воздух сочится, сука? У меня что, жопа порвана, что ли? А! Ну вдуй меня, умоляю! Уроды. Не, их могила не исправит, не, это конченые люди. Смотрите на него, он даже в отрубленном состоянии пытается меня ублажить. Всем Сталина! Вот оно, наконец, море! Я 2 дня не ходил в туалет, пацаны, наконец я нормально пасу. Оу, да. Я на море, оу, да. А ты не на море, оу, да. Я на море. Сука, я обоссался. Эй-гей-гей-гей. Какая прикольная водичка. Здесь также можно мячик покидать. И лягушонком поплавать. Помогите! Чё? Я играюсь. Мне всего лишь 27 годиков. У-ху, я Моисей, повелитель морей. Купаюсь в слезах своих бывших блядей. Опа, рак-отшельник. Привет, Чара. Ты знаешь домашний адрес Палибова? Пацаны, тут одна бабка на меня очень странно смотрит. Походу, она никогда не видела блогера. Давайте покажем ей, что такое истинный видеоблогер.
А-а-а, это был пранк, она попалась на пранк, ребята. Я снимаю социальные эксперименты. Это тоже был пранк, теперь вы попадете в видео. Поздравляю. Это тоже пранк. А это вообще макаронина. Всё, разваливаем, ребят. Да. Без разминки, без нихера. Получаю своего лема. Ой, я чуть не упал. С пропасти. О, а так удобнее, может быть? Подождите. Ой, ты с бутылки на стул пересел, что ли? Что? Что проломал? Люстра упала, блин, что упала. Зачем нам эта хуйня в потолке? Чтобы с богами на прямую линию выходить, ёбаный. Да неправильно ты делаешь, ёбаные волки, широкую на широкую. Что там с погодой? Все, прошла песчаная буря. Тём, пошли на охоту. Я за тобой. О, смотри, там этот каменистый хер. Давай ему навалим. Давай. Вот. Давай ты спереди, я сзади. Ой, наоборот. Давай. А если надо есть, поменяемся местами. Смотри, он каменистый. Нихрена, он на тебя согрелся. Вы чем там занимаетесь? Мы наказываем жестко. В него так заходит мощно удар. Да, заходит мощно и выходит резко. Блин. Я сейчас далеко зайду. Да я не... Ты не льсти себе, Тёма. У вас, если есть верстаки, я могу стальное оружие делать. Солнце! Мы вот только его открыли. Мы можем пойти душить змея. Помнишь того? Это Кирилл тебя так обманывает, да? Это противники? Что за краснота? А где перила здесь? А если я туда свалюсь? К сожалению, нельзя. Ладно, пошли навалим этим штукам. Что, блядь? Отличная тактика! Я люблю ее каждое утро применять. Долбанный. Возможность. Опять долба. Сейчас опять на живой просрем. И потом, естественно, катку просрем. Я люблю кэш. Я очень... Больно нам всем будет. Да ну, блин, в жопу не такие шутки. Короче, развивайте реакцию и мелкую моторику. Давайте. Ну, ебанить тебя по щеке. Ай, бля, больно щеке. Все, погнали. Давайте, я буду вас мотивировать. Это фейсы, тут все серьезно. Вперед, блядь, я их чувствую, блядь. Он здесь, нахуй. Да, молодец, там никого нет. Прошива. Пошли, их зажмем. Вобля. Вобла. Отличная вобла. Бля, пацаны, это фейсы. Тут нужна реакция и точность. Жрите. Вот так. Поехали, вот. Все, это будет дико агрессивная игра. А, какие мы жесткие на разминке. Жаль, что после нее нам жопа. Да. На, все. Вы готовы? А где мой пистолет, ребят? Первый же ножевой раунд. Забудьте все, чему я вас обучал. Мы проявляемся, забудьте все. Короче, я разобрался. Смотри, когда я достаю камеру, вы видите то, что она показывает. А если я еще и синхронизацию с артом включу, то вообще как живой ебана, а? Эй, ёб всем Сталина, это блогер Русович, и сегодня мы приехали на море. Как вам? Жирую, понимаю. Сейчас я расставлю чемоданы с пилюлями и на пляж. Отсюда пахнет пидором. СОС! Бля, СОС! Экстренное включение, пацаны, я только что обнаружил что-то жуткое. У меня, бля, нет тела. У меня с собой 4 пары стрингов, как теперь на пляж выйти, пацаны? Нет тела, блядь! Ты что, ебанутый? Что ты там делаешь? Сука, какие же мы бомжи? Мы как стадо, блин, надо было хотя бы на ДМ пойти. Надо было, да. Мы не играем как команда, мы куча мусора. Чё, АВП на меду? Не, я... нету. Там вот трое, что ли? Мармок сквад. У нас всегда самая точная и актуальная инфа. Я сейчас буду рисовать, а вы пытайтесь отгадать, что я здесь вообще рисую. Так. Ну, я начну с идеально ровного круга. О. Как говном по кафелю. Идеальный же, да? Вот и завали ебало. Что же я рисую? Представьте,
Что это ваш мочевой пузырь, когда вы едите арбуз? Я уверен, вы уже думаете, что знаете, что это. Но нет. Я еще не закончил, а вы далеки от правды. Все. О, вот она. Пресвятая пицца. Обуено. А что там надо было нарисовать? Я хочу хавать, это единственное, что я понял. Я собираю, я сейчас ветками питаться буду. Протухшая кашица там. Я бы не стал это есть на твоем месте. Вот. Да, лучше не буду рисковать. Лень, ты где? Возьми хилки. Ух ты, смотри. Кирилл сам не знает, что у него тут есть. У него есть мясо здесь на самом деле. Это мясо для того, чтобы крокодайл разобрался. Отлично, отбираем корм у животных. Ну все, мы кашу едим, а крокодил мясо. Охуенно, да. Бля. Ты реально спиздил мясо и ушел просто. Нахуй, я сейчас зажарю это мясо, сам заточу. Есть у тебя вот эти вот листья? Я ща рагу заебал. О, женщина. Где? О, правда женщина. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Пора просыпаться. Хватит нюхать яйца. Давай разложим свои матрасики здесь. Нельзя. Прикинь, она проснется, вот. Тут два мужлана по бокам. Она точно бросит пить, отвечаю. У меня есть двуручный, как бы, да. Или могу Ептить, я просрал момент с жаждой, я теперь умираю. Чё теперь делать? Ладно, я пошел копать себе умиральную яму. Да есть ты ж вода где-то. А вы знаете, как умирают в этой игре от жажды? Мне тупо ноги оторвало по колено. Кстати, там фляга внизу возле кровати, там где кровати есть, там есть фляга. Ты ебанутый? И это был самый сок за апрель месяц. Привет всем и спасибо за просмотр. Дайте мне знать в аннотации справа сверху, стоит ли вообще делать и собирать этот вторичный материал, или лучше оставить рубрику «Самый сок» в покое. И распрощаться с ней. Голосуем. Пока.